Михаил Фосенко, умная акула. Одна акула гуляла в дворе с цыплятами. У нее было 9 маленьких цыплят. Вдруг откуда-то выбежала лохматая собака. Эта собака подкралась к цыплятам и схватила его. То все такие цыплята обижались и бросились лошлепнуть. Кровь начала тоже. Очень сильно испугалась. Потом видит, какой скандал. Собака одела в зубах ее маленького цыпленка и на белом мечтает его съесть. Тогда кула смело подбежала к собаке. Она немножко подпрыгнула и больно клюнула собаку в самый глаз. А собака от удивления даже голову скрыла и цыпленка выпустила. И тот сразу поскорее убежал. А собака посмотрела, кто вклюнул в глаз. Увидя ку, собака усудилась и бросилась на нее. Вот тут побежал хозяин, схватил собаку за ценник и увел ее с собой. А кула, как ни в чем не бывало, собрала всех своих цыплят, пересчитала их и снова стала прогуливаться по двору. Это была очень умная кула.